Никогда. Одну минуту. Со стороны лица идет бомбот. Это до сих пор сердце было? Ну, 50%. Или нет? Гнид, ты че умер? Тебя чуть не положил. Нет, спасибо. Распыл. Давай вестибюль, Настя, я тебе скину шмот на ретрика с РПП.
За 90 секунд. Поскольку тут аура бьет? Аура. Также высокое напряжение. Наш собрание. Какие в 25? Угу. 5-ка урона, понятно. Тотем от природы поставлю. Троны появляются из них. Эти просто манекен. Два хила оставили. Тут... дисплейдить. Глаза решил крутить, а вот две клетки. Айрус сам себя дисплейдит. Я забыл, кстати. Айрус. А что там кидается, кстати? Там между... больше. А вот то, что на пуске дается, это всем ближайшим союзникам кидается урон. Если вы не против, я включу музыку. Вы можете у себя ее выключить. Окей? То... метка. И затмение прыгнуло. Огонь,
что Рев делает. Он кидает больно. Мне знакомый сейчас говорит, что не кулина в 25-ке в 10 хило убивали. Время, деньги, друг. Ну, кулина это лагарно. Ну, убивать. Когда бишь идешь на лоу тайм 2? Хила на руках, а остальные рейд ужас. Это они еще одетые типа. Базука не может зайти на канал, потому что тут перебор людей. А сейчас пусть любой зайдет, я сюда перекину его. Нет. Самый тон. Собственно, как и я. Так, смотрим. Чё с ульдуаром падает, бишь? Какой сейчас будет? Железный собрание. Совет. Ладно. Что-то Гарриса сильно пробивает. Это и... Шапа... Ой, ветка еще, вот ветка еще. Яша. Я не обрыгиваюсь, отстань. А, у меня лагает. Да, лагает. Я прибью. Настя, точка. У меня есть тотем. Да. А так лучше? Да. Микрофон поменял. Давайте быстрее, я выключаю, я не кушала. У меня там еще много идет. Давайте быстрее.
Дискорд ебанулся, блядь. Заебало. Вот как раз когда ты тактику начал объяснять. Понял, креветка? Рыбавчик дайте, народ, дайте, что-то друиды хотя бы рыбавайте, дальше поехали. Да, поехали. Арка, весь вид, ну. Да-да-да. Да-да-да. Только когда один умрет, надо на фул держать всех. Yeah.
Я юзнула, а меня убило все равно, потому что 3к дамага дается. Твоя синяя джаг, это гар. Бам. Я ману резаю, у меня нет маны.
Ну, потом он целый нужен, вообще там ДПС вообще сумасшедший. И на природу стоял-то там. Надо славовать. Мне нужно это сделать буквально на 3 минуты. Сама уже бьет этим природой. По всем. Ну да, лучше больше выживаемости, блядь, чем. Лучше правильно под лужу подводить. Ты видишь, смотри, вот знаешь, я вот на это очень близко подводишь. Можно чуть-чуть подальше, как бы. Там вот мы можем стоять уже за лужей, понял? Мы можем стоять за лужей. Ну, это, конечно, не для рейда. Мне просто интересно, как ты с Лаком распрощался. Вот это мне прям... Он меня так калил просто. Ну, как, сам... Ты сказал, слышь, ты, сейчас дам тебе чапала, съебал отсюда. Или как? Как разошлись?
Боже мой. Я не представляю себе, если бы Макс был Гэмом. Просто всех тыкал бы так. Дай мне ассиста. Мне ассист, дай. Когда там его этого Тагариуса начинает пробивать? Что он кастует? Рунические вещи? Ага. Рыбу можно включить? А, спасибо. Блять, я отдал пинок, но сбейте сейчас касту нибудь. Я успеваю все косты сама сбивать, у него тоже 6 секунд КД между костами.
Да. Статический сбой в меня попал. Шарик. Нету. Убили. А выхода может. Святую клятву изал. У нас у обоих мана просела, сейчас мы если. А что такая лес такой большой? Или у меня баг? Баг. Весь наносимый урон увеличивается, капец. Да. Ой, блин.
Ну он что-то зашел и вышел, блин. Ну если по мане будет плохо, это очень. Нет. Не знаю. Сейчас гляну. Может, давайте. Блять! Далеко был. Всем привет. Если кому-то не сложно, можете запустить стрим? Интересно посмотреть тактику. Слушайте, у меня вопрос. А если ставить граундинг шаманом, статически в него не полетит случайно? Как раз две пати, два тотема. Создает заклинателем тотем с прочностью, которая в 15 сек кроется разрешить существ, атаковать не то, наверное, да?
Рэнджу. Забудьте, не сейчас. После силы. И все равно статически этот сбой прилетел. Так, пусть я пойду подальше. Ну еще КД. Ну тут буквально вот сейчас скоро будет. Она откатилась, но она мне, ну, покажет только при следующей смерти. Я думаю, что мне надо становиться. Я буду брать щит с этого. Если он еще не развеется. Ну я же с этого, со среднего щит спил стилю. Там сколько, 30, ну не 30 тысяч, сколько-то там тысяч, короче, у меня создается. Короче, я буду принимать на себя статически. Чё-чё? Нет, ты видишь, он этот статик кинул в самую даль. Сначала в Роланду, потом Бигвар далеко отошел, он в него швырнул. Я буду тогда просто щит брать со среднего и отходить со щитом, ну, чтобы он меня бросил. Да. Да, я думаю, если зашли. Настя, там этот просит прикинуть его. Кто это вообще?
Настя, пусти там человека. Птифлекс. Ну, кто-то на учебе там. Написано Артифлекс на учебе. Тут уже в канале. В смысле не Артифлекс? Это я Артифлекс, алло. Да, работы очень много было. Да хуя прям. Ну да, все нормально сейчас. Сейчас все тип-топ. Я считаю, зайти. Сейчас, на 5 минут, у меня где-то я Windows приостановил, я не помню, куда лаунчер кинул. Да, я знаю, это везде проблема. Сейчас куда не зайди, мне, чтобы понимать, Реневал лично пишет в Дискорде зайти, типа, этот, в рейд. А я уже там 2-3 недели не заходил, типа, такой работы. Раз в 2 недели в РС посажу, и все. Типа, ну, не, ну, типа... Я быстро, Денис, все нормально. Слушай, дайте мне ссылку, где скачать этот лаунчер. Я ищу здесь и найти не могу на этом сайте ебучем. И ищу, ну там, блядь, ну там все хуево. А, кнопку скачать, клиент. Маленькая кнопка в самом низу, охуенно. Это можно еще через Serious One, типа, скачать. Ну ладно. Да я нашел этот лаунчер, он там пиздец где-то висел. Бля, попробуйте еще, блядь. Уже описать. Саня, ты идешь? Ступенек Саня, нет. Абонтутно. Что? Это, попробуй этому ежу описать. А что с ним? Так он во вторую пойдет, я же ему писала. Да просто выше, с аноним, она, короче, отпал один, блядь, пинмаск. Если вам действительно нужен пристабаф, то я, по идее, могу на своем присте к вам подрулить туда. Не-не. Если... У меня прист даже в льду зайти не может, я имею в виду на входе. Вам бафнуть, типа. Понял? В Далайхане. Там ступенек нет, он не может зайти.